соскучился. Да у нас есть подруга классная. И что? Так отключи Wi-Fi. Это факт. Что-то. У тебя есть там красивые девчонки? Лиза. Она меня специально тебе не показывает. Я говорю, есть красивые. Вот, а Лиза, значит, так. Вот Ваня. Вот да. Крис. Вот она. А, меня Леша зовут. Тоже, по-моему, скучаю. Это вот Лиза, это Штегни, да? Штегни по-немецки. Штегни. Лиза Штегни. Окей. Пойдемте бухнем. Давай. Я... старая. Я расстроилась. Стой, тебя. Она же помоложе тебя. Моложе? Одногодки. А мы ровесники, да? Ну, она совершеннолетняя, я просто не помню. Она младшая, тоже одногодка. Лиз, я расстроилась, но ты слышала, блин, он такой, типа, давай посмотрим, как не грудим. Типа, что за... Ну ладно, не ругайся только. Мы вместе с Ваней, просто он все время хуйню какую-то делает. Простите за мат, но... Не очень удобно. Мне других слов нет. Знаешь, ты вырастешь, поймешь. Ну что опять за драма? Вы видели, типа, Леша такой, давай посмотрим на женский груди, Ванька. Да. По факту, Лиз. Знаешь, прикол, когда ты спаешь, типа, и во сне, короче, качаешь. Это полюция называется, да, полюция. Короче, это ну да, нас часто путают, что мы брат и сестра, но мы не брат и сестра. Мы встречаемся, у нас очень странные отношения. Вы слышите, о чем они говорят? Ну то есть у вас на заднем фоне слышно, что вот, а что они обсуждают? Что там, Крис? Лиза пишет, что мы глючим. Так, Лиз, давай так. Угу. Капец, жарко. Да. Что там, Ваня? Сейчас пойдем, Леш, проводи больше. Больше эфира на тебя смотреть, сразу улыбка на лице становится. Благодарю. Леша, ты прочти. Леша, иди сюда. Ну-ка. Только не вслух, окей? Хорошо. Так, внимательно. Ты это про кого? Ты? Uh-huh. А, я снизу не... Нет. Опасная какая-то тёлка. Зови Лёху. Лёха вообще, я самый лучший, кстати, ну, относительно. Лёха, мой бабик. Не, неплохой. В секрете от Вани. В секрете. Кстати, да, у нас бы могло что-то получиться, но, увы. Ванька. Я очень люблю Ваньку, мы с ним похожи очень. Тебя не видно, иди в кадр. Присоединился. Давай помахаем, надо же, ну, всегда махать. Да. В плане отношений, чувств. Почему я слабый партнер, а она сильный? Ну, бля, потому что спроси у Ваньки, ну. Вань, там что? Вопрос такой. Угу, иди отсюда. Ты сильный партнер, а она слабый. Нет, просто я актив. А ты пассив. Я ни слова не сказал про пассив. Я просто актив. Кому-то это не устраивает?
Ну, в плане чувств она актив. Давай отношения, Лёха, будешь звездой. Кто? Кто там? Ты. Лёха, будешь звездой. Ну, хорошо. Опасная. Скинь мне её ник, если пообщаюсь. Можно? А, нет, сейчас она нельзя. Она ребёнок. Дитё вообще, что ли? Угу. Не, нельзя. Детей нет ни в коем случае. Сейчас слишком штат. И не говори. Надо не раз попадать с пацанами. Даже на улице познакомишься, девчонка такая, да, мне так сильно слить. Реально, здесь 11 лет. Ты как, знакомый? Хуяк 15 лет. Да. Лёш, ты хочешь просто... Попить сока. И пойти в дом? Да, пойдёмте. Пойдём? Ребят, всем пока. Поцелуйчик на прощание.